Шеф-повар Максим Григорьев. Тушеная краснокочанная капуста по-чешски. Сегодня хочу познакомить вас с ярким и очень вкусным блюдом, тушеной краснокоченной капустой по-чешски. Такая капуста прекрасно подходит как гарнир к птице, рульке, сосискам. Также ее можно подать как самостоятельную закуску. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Капуста краснокочанная 300 грамм. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 4 столовые ложки. Мед 1 столовая ложка. Сок лимонный 2 столовые ложки. Соль 0,1 чайной ложки. Тмин сухой 1 грамма. Яблоко 2 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобится краснокочанная капуста, яблоки, репчатый лук, мед, подсолнечное масло, соль, лимонный сок. Шаг 2. Лук, 1 штуку, очистить, нарезать кубиками и обжарить на подсолнечном масле, 4 столовые ложки, 2-3 минуты. Шаг 3. Добавить мелко нашинкованную капусту, 300 грамм. Тушить на небольшом огне 10-12 минут. Шаг 4. Добавить очищенные и натертые на крупной терке 2 яблока, лимонный сок, 2 столовые ложки. Тушить, помешивая 20 минут. Шаг 5. Добавить соль, 0,1 чайной ложки. Мед, 1 столовая ложка, тмин, 1 грамма, и тушить до готовности капусты, приблизительно 10 минут. Шаг 6. Капуста готова к подаче. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.